Всем привет! Мы находимся в Мехико-Сити. Сейчас мы отправляемся в самый классный зоопарк, наверное, здесь. То мы отправляемся в самый большой парк мира, сейчас отправляемся в самый классный зоопарк мира. Короче, нравится моя жизнь в зоопарке. Мне ничего так-то не очень нравится. Но это будет первый зоопарк нашего ребенка, ему только годик. И он спит, покажи. Он готовится. А в целом все нормально, мы ребенка привели в зоопарк. Меня. Мы решили пойти в среду, народу никого. Мы были здесь и в воскресенье, и в субботу. Это просто чудесный какой-то парк. Наверное, самое лучшее, что есть в Мехико. И сейчас в парке проходит какая-то выставка. Анималистика. Крокодил тут плавают. Всякие фотографии животных. Все как в прошлом веке еще. Очень много всякой сувенирной продукции, всякой фигни. Эй! Только упитанная. Стой, иди. Иди, бери. Прик-прик-прик. Дай мне решку. Они тебя окружили. Да. Ну мы так до зоопарка не дойдем, конечно. Зай, зай еще. Щепки летят во все стороны. Муська спит, а вокруг бегают белки. Белки, белки, белки. О, это кашляет белка, вот это, что-то кашляет. Что с тобой? Что с тобой? Да, да. Смотри, ты прям как это, повелительница белок. Белоснежка. Посмотри, там что-то. Они сейчас драться будут. Нет, не деритесь. Не деритесь, орешков на всех хватит. Все, иди давай, хватит. Давай, 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 корми их. Кусни меня. Кусни, кусни. Ну. Так тут здорово, прям зеленое царство. Сколько гектаров? 170 гектаров. 700 гектаров. Здесь есть такие катамаранчики, можно покататься. Здесь такой большой пруд. Мы решили запечатлеть этот момент. Да, Муся сидит, не двигается, думает, что нас фото. Фотографируют. Are you ready for that? And what's the proof? Ну что? Я похож на бородатую женщину. Take a picture, please. Это... Да ты пират. Не-не-не, это Татьяна Овсиенко. С бородой, блядь. Такие штуки можно взять в аренду для детей. А мы поедем на своем джипе. Вездеход. И проходим. Жираф как настоящий. На входе какая-то огромная непонятная очередь. Мы прошли мимо, надеюсь, там ничего интересного. Это дом бабочек. Мы пойдем прямиком к панде. Здесь можно хорошенько подкрепиться. Пока что никого. А какой-то медведь, оса негра. Вот есть статуя козла. Никого. Слушай, а почему он не может сюда?
выбора там гранат-транквилизатора. А он там еще один сидит. Ну что, это не понять, живой он или нет? Шкура. Маленький Бэмби. А кто это? Камо. Мы учим язык. Гамо. Мамины родственники. Ничего не понимаю. Во, идет мартышка. Так, самое интересное, что здесь есть. Я, конечно, расстроилась. Панда не вышла. А что я говорил? Все обезьяны отвернулись. Больше говорят, здесь 2000 животных. Ну, одни сказать, птицы. 50 тысяч животных, ты что, считать будешь? На самом деле, тут их семеро. Просто они переодеваются. У них обед. Да, переодеваются, у них смена. Это был не розовый фламинго. С чубчиком. Это называется не розовый. Ну, хоть что-то. И так близко. Кушают. Я же говорю, у всех обед просто. Эй, вы куда все? Отдыхают. Туда. О, это же я. Это же я там лежу. После плотного обеда. Да. Там какие-то выдры. Где? Чё? Кто там? Кто там? Van a pelear. Эй, ты кое-что ты можешь сказать, мы с тобой. В общем, зоопарк нам понравился, почти. Вам. Очень классные жирафы, их много. Да не, на самом деле нормальная. Атмосфера здесь классная. Много людей, чистенько. Детей. Очень, кстати, очень приятно. Приятно удивились этому. Мы мало где были, мне кажется, мы не все посмотрели. Просто мы проголодались, и поэтому мы пойдем. А еще здесь на каждом шагу вот разные мусорки, тут распределяют мусор. Молодцы прям. Для детей много всего. Наш маленькая Ляля. Сегодня за ребенка. Ну да, я синяя борода. Ну, что так? Вкус детства. Вкус детства, да. Орешку, дай я орешку. На. На. Вот умница. Ой. Ой. Это гоняет теперь. Отдай орешку. О, ну что бежит маленькая? Не могу. Ну, милота вообще. А это замок.
в который мы пойдем как-нибудь в следующий раз. Ты сегодня хотела? Попозже, надо покушать. Время 2 часа дня. Мы нагулялись. Мы нагулялись еще в 12. Суперский парк. Всем рекомендуем посетить. Да.